Приветствую зрителей своего канала. Ну чего? Ребятулечки, справимся, нет? А то мне писали в личку все. Сложный конкурс. Ну и в комментариях, и в ютубе, конечно. Был, который у меня жареная картошка. Кстати, переходите в плейлисты, смотрите. Там есть видео, рецепты разной жареной картошки. Ну и не только жареной. Такое, да? Все для вас. Новый конкурс. Макароны. А сегодня у нас макароны. Да. Знаете, тут сколько у нас? 5 килограмм. 5 килограмм. Я, если честно, не особо люблю макароны. Макароны я ем, ну, если часто, то раз в месяц, а так раз в квартал. Не более того. Не люблю макароны и не умею их готовить абсолютно. Я, самое для меня сложное, это отварить макароны. Никогда в жизни их не варил, даже примерно представления не имею. Надо их мыть, не надо, сколько минут, сколько класть, сколько воды. В общем, ничего не знаю. Так же, как наподобие жареной картошки. Жареную картошку я научился готовить. Также вы мне помогли. Спасибо вам. Поэтому будем решать что-то с макаронами. Будем решать. Картошка закончилась. Новую я еще не посадил. Посажу. Не знаю, когда, обещать не буду. Тут, кстати, есть рецепт даже какой-то. Так, состав. Мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта. Вода. Так, срок годности 2 года. А они у нас получается 8.06.18. То есть у нас есть еще с вами 5 месяцев. Но мы затягивать не будем. Конкурс будет проходить на нас именно настолько, сколько у нас макарон. Пока мы все их не приготовим. Так что пишите разные рецепты. Если, допустим, макароны с чем-то готовить, то исходите из ряда недорогих продуктов, а то скажете макароны там с жареной говядиной, там, к примеру, или там с бараниной. Вот. То есть сейчас я вам все расскажу, в чем будет заключаться конкурс. Я не знаю, сколько роликов на ютубе, правда, не смотрел. В общем, могу вам сказать одно. Среднее значение пищевой ценности на 100 грамм продукта. Белки 10,4 грамма, жиры 1,1 грамм, углеводы 69,7 граммов. Энергетическая ценность 337 килокалорий, 1410 килоджоулей. Способ приготовления. Тут все, кстати, есть. Можно, кстати, попробовать вначале приготовить даже по этому способу. Посмотрим. Налить в кастрюлю воду из расчета 1 к 10 и довести до кипения. 1 к 10. Не знаю. Так, добавить соль по вкусу, ну понятно. Так, всыпать макарону и убавить огонь. Всыпать. Сколько макарон всыпать? 10 к 1. Что 10 к 1? В кастрюле, допустим, литровая, да? 100 грамм воды, значит, что ли? Или чего? То есть, непонятно. Так, сыпать макароны и убавить огонь. Сколько? Ну, на литровую кастрюлю килограмм макарон, да, получается? Ну, вот почему конкретного нету? Вот я не умею. У меня нет образования технолога общепита. У меня совершенно другое образование. Поэтому вот я это не знаю. Так, четвертый у нас. Варить по готовности 5-7 минут, периодически помешивая. Подсветку экрана включил, поэтому прямо в глаза так светит. Буду выключать. Не буду с подсветкой видео снимать. Так. Ну, 7 минут поварили, да. Слить воду, заправить маслом, соусом и подавать в качестве гарнира. Приятного аппетита. Ну, вот эта информация не для меня. Я эту информацию не понимаю. Нет. Вот такой информации мне не надо. В общем, конкурс заключается в чем? Вы пишете подробный комментарий под этим видео. То есть, видео будет закреплено на канале. Хотите, так скажем, можете, то есть, под этим видео писать. И в дальнейшем, к примеру, как вы только увидели видео, да,
То есть там конкурс или, допустим, рецепт с макаронами. Прям в том ролике пишите комментарии, рецепты приготовления и все. Многие писали, что какой приз? 1000 точно будет. 1000 на телефон я отправлю. То есть 1000 минимум. Возможно, что-нибудь поболее, так скажем. Плюс, допустим, 1000, плюс посылка. Конкурс заключается в чем? В том, что вы пишете подробный рецепт, по которому я мог приготовить. Не вот такой. Всыпать макарон и убавить огонь. Конкретно, сколько всыпать макарон, сколько в граммах. Или, допустим, целый стакан макарон на литр воды, литр 200. Мешать их, этот самый, не мешать. Мешать через минуту, через 3 минуты. Подробно, все подробно. Промывать, не промывать, сливать воду. Все подробно, абсолютно пишите. Вот. И этот ролик, то есть, с вас название, описание, продвижение. И я, получается, выпускаю. В поисковике в YouTube мы, к примеру, набираем дня через 3, через неделю. То есть, этот ролик должен быть в десятке в любом случае. То есть, и так три ролика с вас. Кто умеет, я думаю, это будет несложно. С картошкой, да, много роликов, с макароном я уж не думаю, что прям уж так много роликов. Там, допустим, что-нибудь придумать, как легко отварить макароны, как сложно отварить макароны. По-разному. Так что пишите, старайтесь, участвуйте. Главное... У нас, что вы уже знаете, главное не победа, главное участие. Участие это уже хорошо. Так что не главное победить. Я также приятно, конечно, кто участвует. Вот такие именно взял. В общем, получается, макарошки. Вот. Даже могу сказать, откуда я их не покупал. Это мне теща дала перед Новым годом. Я картошку дал. Вот. Там, я не знаю, ну немного. Килограмм 5, может. Крупную такую вот. Ну вот, вы видели. Вологодскую, в общем. Она вот макароны дала. Ну вот, не хотели брать все. Я хотел Вадику отдать вначале, потом думаю, да... Какой Вадик? Вадику тоже у меня есть макарошки там, я ему дам. Нет, это вот для конкурса шикарно. Петровские Нивы, макаронные изделия. Дары полей Ставрополья. Шикардос, да? Вот. Ребят, если уже в этом конкурсе не будет победителя... то я не знаю. У меня тогда есть конкурс. Там получается, я уже обдумал его. Вот. Будет нам намного позже. О, подсветка что-то выключилась. Или ролик сбился, не знаю. Сейчас посмотрим. Будет конкурс. Там получается, надо будет именно написать одно слово. Кто первый напишет, тот и победитель. Ну, если уже с этим не справитесь уж. Я не знаю. Ну, макароны ж. Что вы не умеете варить макароны, как я? Я хочу рассказать случай. Один, в общем, пришел к знакомым, да, своим. Вот там они трэш наводили. Вот. Ну, я-то не знаю реально, как их варить, жарить и все. В общем, они прям такие макароны жарили на сковороде. Налили масло, высыпали этих макарон, а потом другим знакомым рассказал там. Они говорят, да не может быть там, это ж нереально. Я говорю, да что? Ну, пожарили и поели, все нормально как бы. Масло немного побольше налили. А оказывается, их надо было вначале варить, а потом уже жарить. Вот. Обжарить я вареную смогу на сковороде. Мне, кстати, нравится. Ну, тоже, чтобы были с поджарками. Как картошка. Такие четкие. Так что. Ну чего. Ставим лайки. Пишем больше комментариев. Рецепты. Особо не спешите. Ну давайте примерно ориентировочно. Конкурс. Сколько у нас где-то. Ну месяц, да. Я думаю, сварим мы это все.
сварим, съедим. Был бы Борька, кстати, смотрите, в плейлистах про мини-пига в том году был. Вот, ему бы варили бы и ел бы он вообще. Все, ладненько, спасибо вам. Больше ничего озвучивать не буду, вкратце. С вас рецепт, описание, продвижение ролика. Подробный рецепт. Я готовлю, снимаю на видео, выпускаю ролик. Набираем в поисковике спустя 3 дня. Макароны, можно второе слово, допустим, хорошо добавьте. Сложно одни макароны, чтобы, допустим, высветился именно этот ролик. Ну, другое, ну не 3 там. Приготовить вкусно макароны, ну, не знаю это. Ну, или давайте, наверное, давайте так. Давайте, наверное, 3 ролика, ну, 3 слова больше. К примеру, приготовить вкусно макароны. И без разницы, даже если одни и те же рецепты, то есть я готовлю через неделю, через 2 недели, чтобы именно видео, оно оставалось в десятке. Если оно в десятке остается, этих 3 ролика, то вы получаете приз. Все. Итоги конкурса также буду подводить. И даже у нас макарошки не закончатся, подведем итоги конкурса. Захотите, допустим, другие, кто-то, новые зрители захотят участвовать, пожалуйста, продлим конкурс тогда. Продлим конкурс до, пока макароны не закончатся у нас. Ну, давайте, да, пока макароны не закончатся, будем, то есть, проводить конкурсы. Будет 3 победителя, значит, 3 победителя. Я не против. Ну, чтобы в десятке именно вот было 3 ролика. 2 ролика нет. Все, спасибо вам.